Всем привет, 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 всем привет. Уплываем? Ну да. А почему из вас никто не взял двух там новых персонажей? Почему только одного, блядь? Я кто-то мог бабу взять. Я думал, что это атаку возьмем. Ну все, могу... перезапускаем, блядь. Я перезайду туда. Давай. Так, я вышел из игры. А почему не меню? Я пока чаёк попью. Блядь. Тоже хочу чаёк. Не хочешь. А вот не работал все. А я в Березники ездил. У нас тут банановое дерево уже выросло. О, кайф. Где? Здесь вот. Рубай его, рубай его. Хорош. Это что, молоко? Атаку, а как? А как прошла стажировка? Да, пойдет. Типа. А почему тебя просто на кассу поставили? Скажи честно, блять, как вы говорите? Скажи честно. Не знаю, пришел, сразу на кассу поставили. А, там пока под наблюдением, типа, помогали постоянно. А, ну да, там, кстати, это типа. Шарю. Просто у нас у Шараги Магнит там то же самое, типа там тёлка сидит и у нее кто-то рядом сидит, просто помогает. Угу. Кто? Ну, у меня у Шараги Магнит, типа. Так, ну все, отплываем. Сажают и вот. Так. Нам нужно за это... покажись. Ладно. Неплохо. А, мы сейчас вернемся снова. Можно, в принципе, и так будет. Я не против. Ну-ка, Андрей, покажись, где ты. Белая баба. Вы мои негры. Ой. Блин, у атакиного персонажа такой ебал. Все, запускайте двигатели. Да нормально ебал, очень не нравится. Блин. Шесть титановых слитков. Шесть тысяч. И сын. Не, с рюкзаком более комфортнее стало. Yes. Yes. Можно даже в сундук ничего не складывать, но у тебя стакаться будет. А, ну да. грызут, блин. Скипал, блин, страхи ужас. Как дышать? Под водой? Не знаю. А, надо же моторы просто оградить. Как? А, ну да. Просто, типа, как этот. А, я понял тебя. Сейчас сделаем. Блин, почему мы стандарт не сделали? Потому что мы тупые, блядь. Да вообще. А чем? У вас детали нет. Фак. У нас было? Да, все кончилось. Так и понял.
собирай это, крюк. А, да. Так уж схож бананы, бьем. Надо точно. Я знаю, что я ты... Я упал. И что? И ты. А, изучил. Она уже точно вроде была, не? Хранилище. Титановый слитер. Какого хрена? Чё, трубы для воды? Автополив? Чего? Это уже было изучено. Какого хуя, Андрей? А вот все. Чего? О мой факин гад. О мой факин гад. Хавают. Вот. Кстати, я смотрю, как братишкин с этой поссорился в рафте. С кем? Ну ты сам понял. Думаю, ты же видел, да? Чё, братишкин тоже проходит? А он уж давно прошел вроде как. А, так она же недавно вышла. Ну, вроде давно было, я хуй знаю. Блять! Остановитесь. А, всё. Ладно, не надо. Я уже реально собирался. Себя крюк в воду тащит, ты что? Кого? Я говорю, крюк тебя в воду тащит. О, остров. Гонал остров. Ну давай. Надо только повернуть. Может, лучше носить ловушку будем? А, титановый слив, ладно, не надо. Я передумал. А, мы, кстати, титановые слитки сможем уже находить. Я знаю. На островах этих. С помощью металлоискателя. Меня только заколебет на кассе, то что там некоторая фигня вообще не пропикивается. Эй. Пип-п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 ип-
Что найти? Шерсть. Это надо овец всяких. Для этого нужны патроны. Где они, я не знаю. Сейчас посмотрю, как патроны делаются. На себе, на себе шерсть отрасти. Спасибо, Атак, так и сделаю. Обращайся. Да. Вот. Патрон сетка мета. Взрывчатые вещества и... А, камни нужны до хрена. И веревка еще нужна. Мы еще врежемся? Да не врежемся. Дай камень. Все. 6 патронов сеткомета есть. Где похавать? А, мы врезались. И что, нас убьют, что ли? Да. За это. Мне уже опять там вылу крафтить надо. А может это лопаты надо сделать, я не знаю. Ничего. Ну вот здесь она показывает. Ладно. Гайды. Гайды зло. Гайды добро. Давай, гайды. Да, давайте топтаться на одном месте.
Это ведь так весело. А, да, нужна лопата. Вот так, у тебя лопата. Так, у тебя а лопата. Я ее всрал, когда возродиться начал. Нажал. Сейчас сделаем. Помнишь, когда ты меня... Ты умер, типа, и сказал мне возродиться? А, я сам ее могу сделать прямо сейчас. Я могу сделать. Фига. Ты сундук нашел? О, ну, титановая откопал. Руда. Три титановые руды. Ух. Да хуя. Еще какую-то хрень, да. Ну все, валим. Мы поняли, как это находить. А дерево? Дерево? А у меня этого нет. Топора. А я могу сделать прямо сейчас. Почему? Как? Я что, Коль? Я это справочная ходячая. Я, кстати, Колю справочной называю. Ладно. Да. Потому что он реально справочная ходячая. Живая легенда. Ой, что? Живая. Живой. Давай сколько живу. Давай сколько живу. А, я ж без музыки. Офигеть, как я без музыки вообще сижу? Это ты меня парарируешь? Папа, парарируешь? Нет, я реально как? Я типа... Парарируешь? Я все время в рафт с музыкой играл. Сегодня черт. Это и все из-за того, что в Березники ехал без музыки. Ты в Березники ездил? За Ведюхой, да? Да, он за... Я... Он, да. Он. Кто-то там. Какой-то чел. А что-то я уже поставил, типа? Нет, она сзади меня лежит. А чё? Мне корпус нужен и БП новый. А зачем корпус? Типа не влезает? А, не влезает. Там прям сантиметрика не хватает. А у меня большой корпус. Кстати, нам устройство управления доступно. Дайте залезть. Андрей. У нас устройство управления доступно. Че, все, едем дальше. Может сделаем? Так может добудем деревья, не? Я там пару деревьев добыл. А, ну ладно, тогда хватит. Ну, в принципе, я ничего не рассчитываю. У нас просто куча дерева. Ну ладно. Да не сказал. 100 дерева у нас. Это что очень... ты такое несешь, атаку? Асо, не надо 100 ле. 20 дерева с собой носить будет. Гофлажом сделаем. Чего? Помогает определять направление. Че, будем деревья дубать, нет? Ща пойду. Так, у че рыбу не ловишь, а? У нас уже еда кончилась. А надо? Ну как бы да. Но мы скоро всю картошку потратим. А когда-то у нас и было... Кто врубил? Какая гадина? Мотор. Какой именно? Угадай. Первый? Брысь! Говножуй. Кстати, а куда мне удочка делась? У меня же удочка была. Ладно, похуй. Хватит хавать. Погоните уже эту птицу. Где она? Она уже улетела. Нас съела наш арбуз. Откуда у меня два арбуза внутри? Давайте запускайте мотор. Чё? Аут? Ой, не мотор, а якорь. Якорь? Куда запускать?
Отпускать. Или поднимать. А, нормально, я ловлю рыбу сквозь дерево. Класс. Андрей, хочешь прикол? Чё? Смотри. А, прикольно. Вообще. А почему эту клубнику нельзя собрать? Она еще не выросла. Не готова. Вот это я понимаю, ФК рыбалка. Где вы такое еще видели? Здесь. Ну ладно. Ладно, все, я отплываю. Это же я еще давно показывал, то что так можно. Ну ладно. Так. Назад двигатель запускайте. Че, в обратном направлении. А, нет. А, да. В обратном направлении. А, я упал. Хорош. На месте покрутимся опять. Все, вруби в обратное. Вруби это, чтобы мы ехали нормально. Да, блядь. Едем нормально. Нам надо автоматическую переключалку. Я это и... А, переключалку? Мы ее можем сделать. Переключалку нет. Какую переключалку? Нет, ключ... можно включалку. Устройство управления двигателем. А. Так это просто она включение. Ну, я и хочу это сделать. Мы ее наверх поставим тебе? Я это и хочу, я это и хочу сделать. Так у нас хватает. Нет. Да. О, шесть. Я выловил кошку-талисман. А, шесть есть? Да. Что он выловил? Кошку-талисман какую-то. А, о, это же поставить можно. Сейчас доловлю рыбу. Ставлю. Где эти? У меня их даже две. Где? Есть титановые слитки? Три валялось. О. Все, по кайфу. И свечка еще. Да. Так тут же у нас есть уже одна игрушка. Вон, давай сюда. Че, куда? Вон, у нас тут уже одна игрушка есть. Вот здесь где? А, ну прикольно, столик, ладно. Там остров. Право руля. Шеф, шеф. Я, по идее, сам уже могу. Как скажете, босс. Что можешь? А, да, все, они врубаются и вырубаются по команде. Ты поставил все-таки? Угу. А что ты сделал? Ну вот поднимись наверх. Как она выглядит? А, все, понял. Надо здесь забор поставить, я падаю все время. В смысле, это же подсоединять не надо, она просто работает? Да, да. А, что-то легко. О, я и якорь опускать могу. Да, реально? Нет. Якорь еще нельзя. Останавливаем. А почему-то якорь сам не падает. Опускаю якорь. О, неплохо, кстати. Так, металлодетектор. Колеса. Ну, всякий мусор, короче. Доски и веревки.
О, тут она нас Роуз. Роуз. Она нас. Рик. Роу. А у нас ананасы растут, не? Так, у чё, не будешь красить корабль? Надо бы. Сейчас рыбу долблю тогда. Полностью удочку сломаю. Да я немного тильт свою. Из-за чего? Не знаю. Да-да-да, Андрей. Объясняйся, давай. А, можете якорь поднять? Лёха, подними её наверху. Почему мы плывём? Так, мы на мели? Нет? Управление кораблем чисто на мне. Это моя рубка будет. Рубка. Все сломалось. Не, зря их поставил. Вот эти вот лишние. Что именно? Как обмануть обезьяну? Вообще-то я сюда хотел это поставить. И передо мной вот это вот появилось. Плывем в неизвестном направлении. Ну вообще-то в известном. Скоро должно пролагать. Да. Я упал. Ура, капитан. 500. Ну, по идее, уже должно пролагать. В любой момент. Я одну рыбину заберу. Вот, пролагала. Чё? Там такие хорошие слова у тебя. Ё-моё, сказал бы раньше, что вы их слушаете. У тебя просто микрофон хороший. Да. Все слышно. Да и у меня тоже все слышно. У тебя нет. По-моему, нас грызут. Нет, я пока нет. Вот днем, когда типа все дома, там все очень хорошо слышно. Странно, я остров еще не вижу. А где он? А он, по идее, уже должен быть. Так, а где кисточка? Он чё, подводный, что ли, или чё? Андрей... А, вот кисточка. Чё-то не понимаю. Ну мы уже возле него прямо. Его прямо отчётливо... А, вот он. А. Я вижу, стройка какая-то. Громадный. Может, третий мотор стоит поставить? Биотопливо закиньте в бак. А у нас сразу есть? А, ну да. Но у меня одно с собой есть. Шесть.
Я одно всего лишь закинул. Я тоже одно закинул. А, я два закинул. Все нормально. Ешь кокоши, ешь бананы, шунгачанга. Огромный. Нам на кран. Ну я тогда буду красить, когда мы с этого острова уедем. Пока не буду. Блин, а чё, есть автоякорь, что ли, или чё? Да вроде нету. Но скоро, значит, появится. Чё-то лагает, прям дико. У меня норм. 30 FPS сразу съедает. Я сразу нет, наверх. Не 30, 40. У меня 50. Меня 40 FPS жрет. Кстати, можно ну, типа, электрический опреснитель поставить. Я 90 FPS, когда я не смотрю на этот остров. У меня 50 FPS, как всегда. Нормально. Ух ты, ничего, я мне пролагал. О, там слева. Подъем. Че, остановите? А, я, по-моему, с крыши можно на него забраться. Блин, почти не хватает. А, якорь, якорь. Вот на острове лагает. Ой, я забрался сразу с корабля. Прикол. Так, что тут вообще, в чем прикол? Там и вверх забраться? Стройка какая-то. А, записка. А так читай. Вчера приплыл псих, который разговаривал с куклами, и их споры меня изрядно позабавили. Пожалуй, мне тоже не хватает общения. Мужик добрался на самый верх из к спутниковой тарелки. Он звал по радио какую-то Астрид. Мне показалось безуспешно. Неловко признаваться, но я спер одну из его кукол. Её зовут Миранда. Этот кукловод уплыл час назад, а до этого весь день истерил. Ха, странный народ пошел. Падай, больно будет. Так. Что-то я не пойму, куда идти. Еще и крысы. Я на самый верх уже поднимаюсь. Я ниже тебя чуть-чуть. Так. Ну-ка. О, тут управлять можно краном. Записка. Ё-ма. А, я по зиплайну уехал. А, хорош. Атаку. Да, Зип-зап. Люди ко мне заглядывают, но надолго не задерживаются. Почему? Наверное, потому что я краду их жалкие пожитки. Сегодня были какой-то мужик и мальчишка, Рубен, и они попали в шторм. Их надо было, куда они уснули, я стырил у них целый набор инструментов. Примитивный, конечно, зато рабочий. Утром они так взбесились, что сразу отчалили. Вот умора. Что делать? А что тут дохуя дают? Да ем, я залезть не могу. Железо дают. Куда это по? Не. А я тут, на зиплайн. Ех. А, вот залез. Может тебе сюда надо что-то краном сделать? Я хуй знаю. Скинь сюда эту кучу. А, подожди, мне спуститься надо. Я не хочу наебнуться в самый низ, блядь. Тут есть биотуалет. Спасибо, Андрей, хорошая информация. Я, кстати, на самом верху. Тут ключ. А, нет, еще. Какой ключ?
Ключ журавля. А тут, тут так мало места, типа, и лагает. Андрей, может, ты там ключ найдешь? Где? Тут, тут ничего нету. Прям ничего? Тут просто как будто, не знаю, как... Но как будто ключ... это сделали, чтобы просто сделать. Локация ни из чего. Но нам ключ нужен. Я убил комара. А где этот ключ журавля найти? Может, он внизу? На вашем острове? Нигде вы поспешных выводов. Зачем ты сюда пришел? Я посмотреть, что тут. Посмотрел? Угу. А может, тут металлоискатель нужен? Нет? У меня есть предположение, но я не думаю, что это так. Но я проверю. Боюсь упасть в самый низ, если что. Может быть, он на мусоре или нет? Ключик. Так надо, наверное, скинуть мусор. Нет, так там без... О, я нашел кое-что. Ключ нашел? Тут, тут под воду надо уходить. Mm-hmm. Прожектора всякие. Тут, наверное, это надо делать. Газовый баллон. Кислородный баллон, точнее. А, ничего, я тут под водой. Жестко. Ладно, плевать, я свою бутылку потратил. Тут, возможно, надо будет кислородные баллоны. Я это сделал уже. Жалко мою бутылочку. Я с ней так долго бегал. А я до сих пор на самом верху. А вы там оба? Угу. Ну, короче, я жду, пока вы найдете ключ. Я уже сейчас помирать буду. А, тут дышать можно. А так тут дышать где? Можно пузыриками. В смысле где? Вот. Да, вот тут пузыриками дышать можно. Где? Где ты? Где я? Я не вижу да... ничего. Где трубы? Ну ты уплыл вниз. Что такое? Что это было? Чё, ну все, я умер, короче. Вот здесь пузырь. А, я понял. Но я не доплыл уже. Да. Я все, я умер. Сохранение было. Ты бы сказал вернуться обратно. Я чё знал, что для тебя обратно вообще? Так, гений на атаку. Заодно Хихиха. Пожру. Хихиха. А можно мне еще казинок? Спасибо, Андрей, что дал мне казинок. Пожалуйста. Пожалуйста, Андрей. Да, пожалуйста. Че, вы там ключ не нашли, да? Или ищите еще? Я атаку несу на корабль. А, бля. Атаку ну, умер. Мэр. Ладно, я... Короче, отошел. Так, ну ладно, давайте сейчас пока закончим. Лёха. Ясно. Нас эту слопали. Да. Алло. Давайте Ключ. Пока закончим. Пошли. Время 35 минут. Нормально. В смысле? Вот так. Давайте время раз, серии. Раз, а. Два, три, пока. Все. Всем пока.
3, 2, 1, не пока, пока, все, 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 все. Все, всем при, все, все, всем. Так, у тебя есть это?